Наше предприятие – одно из ведущих хозяйств региона. Занимаемся молочным животноводством. В настоящее время поголовье составляет 1500 голов дойного стада. Общее поголовье – 3900 голов, включая бычков на откорме. Пассивные площади занимают 16 тысяч гектар. 4 года тому назад мы сделали акцент на развитии молочного животноводства нашего хозяйства. Результатами нашей работы стало двукратное увеличение надоя. Если раньше мы доили 20 тонн в сутки, то сейчас доим 40 тонн в сутки. И увеличение среднего удоя на голову. В 2018 году удой составлял 5920 килограмм. По итогам 2021 года удой составляет 9000 килограмм. Хорошо заготовленная силосная масса является одним из ключевых факторов успеха в молочном животноводстве. Данную силосную траншею мы заготавливаем кукурузный силос. Кормозаготовка ведется комбайном RSM F2650 с оптимальной резкой 1-2 см. Производство молока начинается с производства кормовой базы. Увеличенная производительность, качество, резко, ну и экономия в людских ресурсах, в топливе. Производительность со старыми машинами увеличилась в 2 раза. Захват и качество резки, качество кормов в лучшую сторону. Ну, если сравнивать с машиной Дон 680, то в 2 раза она превышает. Но в гектарах, если старая машина работает 5-6 гектаров, зависит в одинаковых условиях, эти 5-6 гектаров убирают за смены, это 15 до 20. Третий год работы. Выработки хорошие, конечно. Но по удобству удобно, не забивается машина. Масса измельчаться хорошо. Ремонта нет, ничего. Все смазывается автоматически. И по комфорту, в кабине удобно, руль, все легко, кондиционер, все работает, подлокотники, все удобно. Автоматически нажал, у него и высота среза держится, и все. Вот, уже не превышает ни высоту, ни в землю не упирается, ничего же. В настоящее время на предприятии работает порядка 200 человек. Сформирован устойчивый костяк специалистов на животноводческой ферме. Хотелось бы отметить, что это не только люди с богатым практическим опытом, но и молодые специалисты, буквально недавно окончившие вузы. У этих ребят горят глаза и есть огромное желание профессионального развития. Ростсельмаш. Агротехника профессионалов.